Образ швеи, милой девушки, теснимой нуждой, был популярен в литературе, живописи и музыке XIX века. Неподдельное сочувствие к прелестным мастерицам, живущим в крайней бедности, ощущается в произведениях живописцев Павла Федотова, Илариона Прянишникова, Михаила Клотта, композитора Модеста Мусоргского. В 1871 году Мусоргский написал пьесу для фортепиано под названием «Швея». Она создавалась под вдохновением от стихотворения Томаса Гуда «Песнь о рубашке», в котором есть такие строки: «Сиди и шей, шей день и ночь, пока глаза твои совсем не помутятся. Переходи от ластовицы к шву, швы, складки, пуговки и строчки. Работу сон сменил, но словно наяву я и в тревожном сне все вижу шов сорочки». Полотно Константина Маковского «Швея» было исполнено на несколько лет раньше, чем возникло сочинение английского поэта Гуда. Однако не вызывает сомнения, что жанровая сцена стала откликом художника на тему непростой женской судьбы. Обдумывая замысел своей картины, Маковский мог часто встречать на улицах Петербурга подобный женский типаж – хрупкое миловидное создание, чья уязвимость перед ударами судьбы становилась очевиднее на фоне сурового и мрачного каменного города. Это впечатление многократно усиливало то обстоятельство, что население северной столицы в подавляющем большинстве состояло из мужчин, квартирующих полков, многочисленных чиновников, ремесленников, дворников и караульных. На картине Маковского изображена мастерица, которая после бессонной ночи в труде ненадолго задремала. Скромная комната уже наполнилась утренним светом. Спустя миг девушка очнется от полусна и вновь увидит перед собой разложенные обрезки ткани, пустую шкатулку, пригоршню последних монет и ножницы, которые, как зловещее предзнаменование, направлены острием в ее сторону. Уже в этой ранней работе Маковский, ученик Императорской академии художеств, проявил себя как прирожденный мастер колорита. В будущем он станет одним из самых популярных салонных живописцев Европы, автором картин, наполненных праздничностью, жизнерадостностью и особым живописным блеском.